Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии на десятерых Sid Meier's Civilization 6 за Конго. Напоминаю, играю я с иностранцами, так что английского будет много, и если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео, лучше смотреть начинать с самого начала. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу, и кстати, большое им спасибо за поддержку. Приятного продолжения просмотра. Интеркил. Yes, who? Alex. Yeah. Well, how can you kill if you do not have units? Please build some. Ah, okay. I have units. No, you kill have what? Not. Я его попросил юнитов построить. This is a peaceful game. There's no war here. He is saying one piece here, one piece there, one piece everywhere. Исследуем. Так, и тут у нас еще есть. Ага. Так, ну тут приблизительно понятно. Все. Основной у нас, конечно. Так, рынок завершен. Торговца строим. Тут вырубать буду. Так, акведук строю. Два кампуса я не могу ускорить, уж извините. Ну, Болонью надо держать. Болонья хорошие бонусы дает. О, мне вот этого надо, чувака. 2 очка, 6. Блин, хоть ты проекты проводи. Это хороший торговец. Убились об меня. Взял плюс 10 к силе, они об меня просто убились. Два хода. Так, здесь возьмем, наверное, Рейну. Крия sent you a reef for the friendship. You don't have it up? Ну да. Блин, там всего плюс 2, блин. Хрен знает. Ну давайте, я возьму Рейну, но well, ее, конечно, не в Мпинде надо держать. You looking for a alliance? I am. How close are you to civil service? Two turns. Cool. Four. Надо еще вот этот выкупить. Это точно подгорать будет. Ну, я как бы предлагал ему дружбу. Рагнар, are you here or not? Do you hear us? He's definitely here. He did suzerain one of my city states, so he's here. Why he don't answer? I know.
Maybe. Maybe he's planning to attack us. Подождите, а почему он вот так идет? Что это? Почему не вот так? Что это за странный караван такой? Блин. Боже, сколько тут территории? I have civil next turn, Korean, Netherlands. Then we can start being friends, super friends. Yeah, okay. Have to wait another 9 turns. Два человека уже в возрождении. Даже не в средневековье, а в возрождении. Game for culture. Culture, exactly. I think the highest culture in the game has been like, yeah, Hungary is now at 45. I think it was like 30 something. Три рудника. Я вообще помню, ни одного рудника не построил. Так, давайте-ка мы здесь купим строителя. Тем более, что они сейчас дешевле стоят. Мне надо рудники построить. Ой, а что-то я все никак не поставлю открываться. Феодализм надо открыть. Ooh, trade routes for slipping sand. I will give you whatever. You got a relic? I haven't found you yet. I can't vote for you. Never mind. I vote for interkill. Can't say no to that. Vote for interkill for what? For trade routes. What? Anyone want to buy my trade route votes for a relic? Your trade routes to me, Mr. Interkill. Yeah, I'm just sending. Yeah, vote for me then, because it gives you +4 to go to me. Sleeping sand. It wasn't me who talked. It was Alex. Vote for Slip and Sand. Alec. I'll sell 3 trade route votes for a relic. Смотрим, что там выйдет в итоге. Блин, ну вот это наращивание войск у грека. Ну зачем? То есть он типа думает, что единственный, кого он может нападать. Без того, чтобы просто vote, развивать такая территория. Такая территория. Кстати, а он где по науке? Ага, он вот здесь уже. Он, наверное, военную инженерию и открыл, собственно. Смотрит там. Yep. Slippery sand. It's better, I think. You can send them. Undo my turn, but I will next time. As all. If you vote for yourself, you're gonna... Короче, он... Я проголосовал за голландца, а голландец проголосовал за австралийца. Сейчас посмотрим, что в итоге выйдет. Я думаю, что он пройдет какой-то вообще другой. Легкая кавалерия +5. Да, вообще к другому. И 2 очка дипломатической победы с Висицит. Ну это неизвестно вообще, где там люди эти находятся. Так.
Феодализм. Как видите, я два хода не выбирал культуру, но если вы обратили внимание, в позапрошлый ход было 4 хода, в прошлый ход 3, теперь 2. То есть не сгорает. То есть культуру и науку можно откладывать выбор. Вот производство лучше не откладывать. О. Так, есть у меня... Есть у меня селитра. Причем уже один... А, это, видимо, от Болонии я получаю. Не знаю, откуда у меня одна селитра идет. Вот эту надо обработать. Сначала здесь рудник поставим. Мне надо 3 рудника, а я ни одного не построил. А. Все уже... А, все-таки построил рудники, блин. Что-то я проспал. I think he didn't talk. Don't talk. Так, постоим здесь. How close are you to civil, Mr. Cree? Close to what? Civil. How close are you to civil? Four turns. Бамба Кланга из Мбанзин Сунди можно отправить еще. Can you do some open border? Но он, очевидно, теперь идет в мушкетеров. Просто откровенно. На автомат поставлю тут скаута. Блин, мне надо вообще голландцы исследовать. Рагнар. О. Блин, я того торговца так и не получил. Ну, это тоже неплохой, плюс один. Я думаю, он рад вот этой херне, которую я сделал. То есть, чтобы максимально обезопасить уже от его притязаний. Болонию перекупили. Nope. Так, здесь еще и посла я получаю. 100 золота и посол. Am I crazy, or was he the guy who just said a couple minutes ago that he wanted to have an alliance? Who? Ragnar. No, he's not him. It's not him. Кстати... А у него-то есть вообще селитра? Я пока не вижу. Может, это мне на него напасть? Так, надо ли мне что-то менять здесь? Содержание юнитов, производство в городах, производство поселенцев? Пока, наверное, нет. Перехода. Давайте мы в Бандзин Сунди лучше водяную мельницу построим. Тут 4 хода до роста. Тут можно будет... Вот тут надо будет театралку уже строить. Харе. Причем, наверное, вот здесь, к сожалению, на этом холме. Что мне надо выходить в гильдии. 6 ферм еще, кстати, надо. 6 ферм. Так. Тут строителя.
Ну ладно, пускай достроится уже рабочие. Turns, блин, тут еще рынок. One turn. Spoon is looking for alliance still. I'm looking for alliance, but you, I think you're too far from me. It's Conga. Speak. Yeah, I haven't even. What are you near? Congo, I'm right next to you. Okay, let's make alliance. All right. Do you, are you close to civil service? Yeah, two turn, and I hope to make alliance with Interkill. But yes, if Interkill build some units, if you still have 89 power, I'm just come to you and Interkill you very hard. Ah, you're funny guy. Well, without Australian accent, not so funny as you. Yes, yes. Kazakh accent. Блин. Yes, yes. One time tomorrow we can make friends. Ну, я сказал голландцу, что если он... I'm sorry, Corey, I cannot give you the relics right now, even for open board. Я сказал, что если он не усилит свои юниты, я приду его захват. С другой стороны, нафига мне голландец? Что у него тут хорошего? Ничего. Если так посмотреть. Эх, знал бы, что у меня будет рабочий. Я, конечно, тут бы поставил военный лагерь. Но... Тут тоже хорошо, тут просто вот не пройти, то есть ему, если он захочет, давай как-то вот обходить надо, или плыть через море, которое я вижу. Ой, я город не поставил, блин. Это, кстати, будет, ну, плюс к очкам эпохи, потому что я рядом с чудом ставлю. Кри встретили, да, плюс 3 очка. Что там у Кри поторговать есть? Ничего. Так, пошли в город. Тут мне надо сразу вырубать камень и делать... Давайте я куплю рабочего. Мне жалко, веры нету. Куплю рабочего и следующим ходом вырублю камень и буду кампус сразу делать. Так, давайте Амани назначу в Болонию. And... Netherlands, let me know when you have a... I love it when you ally with... Давайте сразу open borders. All the maps. Ага, same here. Now I can see one half. Maori open borders. Oh, let's do the alliance first. Oh yeah, we can do that. I can make a alliance next turn. Okay. Маори, конечно, далековато, я с большим удовольствием с греком заключал, но, блин. Он же хрен знает где. Ой, то есть, хрен знает чем занимается, не хочет со мной дружить вообще никак. Что у него, кстати, 36-43. Ну, то есть, по развитию примерно одинаково мы идем, да? Есть ли у него селитра? Селитры у него нет. Похоже на то. То есть, ну вот зачем вот это? Я не очень понял. То есть, похоже, мне на него нападать надо. Еще и этот политическая площадь так странно у него стоит. Откровенно. Знаете, что я так постою? Так, камень вырубаем, ставим кампус. Плюс 4.
Еще вот тут, кстати, можно вырубить лес. Я тут поставлю, тут равнина, тут будет коммерческий район в будущем. Hungry, I sent a deal. Так, там до театралочки один ход. Я тогда отложу в Мпинде производство. Где мне ставить ее? Вот в чем вопрос. Ну, еще, кстати, селитры тут. Пойдемте селитру обработаем. Так. Ну, похоже, что надо в сторону Маури ставить. Чтобы у нас с ним какой-то коннект был. Так, ну тут. Тут все понятно. Поселенец в банде Конго. Надо ли нам еще поселенцев? 2, 3, 4, 5, 6. Седьмой город идет, да? Хорошо. Что у нас здесь с кампусом? И что у нас... Вот тут плюс 3 кампус. Что с театральной площадью? Может вот здесь тогда поставить правительственную? Вот здесь правительственную, здесь в будущем тогда производственная площадь будет. Как-то так. А, я уже альянс же открыл, блин. Где засуха? Не у меня. Тут бьется. Тут давайте полечимся. Но мне театральные нужны для реликвии в любом случае. Хорошо, если я... Ну тут плюс один, да. Еще вариант вот здесь поставить правительственную. Тогда вот это все. Да, давайте здесь тогда театральную. К сожалению. Так, тут он уходит. Здесь мы вырубаем. Russia. What are you doing? Тут надо вернуться, значит. My tiles? So you can get on my continent? What? Давайте what строителя построим. Base? О, хороший. What is that? Like, why did you build that city? I thought I'd get more from this wonder. Давайте. Okay. Лян или Пингалу? Я бы Лян, наверное, в Банзумпангу назначил. Ну, потому что там буду покупать строителей. Ну, не успеваю я феодализм открыть, но, тем не менее, я выхожу. Так, что у него... Нет усилитера. Просто нет усилитры у чувака. То есть все его планы на меня напасть развеялись с отсутствием селитры. А вот я на него теперь очень хочу напасть. Open the culture menu, you can mouse over it. Maori, I sent you aliens last turn, why don't you accept it? Maori, Scruffalofagus. Scruffalofagus.
How exactly pronounce your nickname? Понятно. Чувак где-то ходит. Got it. Блин, а если я тут ставлю город, то может мне не покупать эту клетку пока? Так, значит, тут я хочу... Где поставить? Вот здесь. Правительство. Значит, здесь мы сделаем... Театралочку тогда. I don't know. You want to do those too? I think he speak by phone with somebody. Yeah, he is. See what happens when you spend 300 gold buying all the tiles around Melbourne. Okay. All right, let's just go. Go ahead and do it. О, это чьи границы? Это Крик, кстати. Это интересно. Okay. Thank you so much. Ну, с кем-то по телефону разговаривает. Так, мне еще оружейную надо построить будет. We heard all of you talk, yeah. Did you enjoy the conversation? Yes, send all transaction. Russian Federal Bank. No. All right. I see a mafia. Русский мафия. Four turns to settle. Well, accept my aliens, please. Screw for. Yeah, sir. Can you open borders so I can see your city? This is just some trade. Так, значит, надо пометить, что здесь у нас будет. Кампус. А вот здесь, кстати, для этого города этот... Ой, кампус, какой кампус, блин. Правительство. А тут как раз кампус. Повырубал, конечно, кучу леса, но... Как вы не вырубитесь, я тут ставлю города. Так, теперь этот отправим обрабатывать. О, здесь построен кампус, библиотечку. Здесь давайте, наверное, лесопилку пока сделаю. Ну да, я сюда собираюсь ставить. Нормальное тут место. Блин, мне поторговать с кем-нибудь бы. Да ё-моё! Так, давайте-ка мы убегать отсюда скаутом. Ну, а что это такое? Это уникальное здание, это какое-то... А, это... Да, уникальное здание в районе. Кстати, у него мало лесов для того, чтобы это здание работало. И там у Маури поменяли немного в этом моде, наверное. Блин, тут не пройти. Ну, опять лаги, ну что ты будешь делать? Рынок. Блин, мне в этом городе надо разобраться с...
Тут бы мне еще в наемников выйти. Но я сейчас гильдии открою, потом наемников. И буду улучшать. Сколько у меня дуболомов? Я бы дуболомов уже возвращал всех к греку. В общем-то. Переводил. Голландец, я так понимаю. Ну, я бы с голландцем... Меня беспокоит грек постоянно. С ним невозможно договориться. Он ничего не говорит в игре. Не общается. Он прям близко к моим границам. Он постоянно там какую-то мощь наращивает, которая меня беспокоит. Я бы с голландцем союз сейчас сделал, и все. И не беспокоился. Правда, голландец еще не вышел в союзы. Ну, это вопрос времени. Так, феодализм. О, давайте сходим к этому лагерю. Тут надо собрать раков. Соседство кампуса. Oh, you guys have been hiding in this blue city stick. It's very overrated, don't worry about it. Yeah, I agree. Blue city state where? Nowhere. He's lying. He's lying. It doesn't agree. Away. It's a bad joke. No, literally, like far, far away. Like it's... From you, it's probably a complete opposite side of the world. Возвращаем дуболомов. You see it, you can declare war on who's out. Yeah, Alex. Haven't met. Yep, see? Complete opposite side. Ага, пошла все-таки селитра. Надо еще подумать, где город ставить там. То есть у меня вариант тут и тут. Ну тут, наверное, лучше, потому что типа до ртути доберемся. Сто 34 науки? Хрена себе. Australia has a lot of science. It's 'cause I have a lot of harbors. How much is a lot of science? 140. There's a lot of signs. Так. Ну, давайте правительственную поставлю. Кампус потом. Пошли накапливаться писатели. Но мне надо больше театралок, конечно. И мне бы, конечно, еще красную ГГшку, где... ну, фиолетовую имею в виду. Культурную. Где-нибудь найти. Так, тут надо этих коров убрать. Не знаю, я думаю, нападать мне на грека, не нападать.
Блин, надо еще посмотреть торговлю с кем-нибудь. Так, ресурсы. Два гипса у венгра. Yeah, so it's this golden agent. I'm gonna lose a lot of. Dude, I have almost nothing. Hungary, I sent you a deal. Но он, видите, он ни с кем не разговаривает, он просто сидит там, играет в Циусе, тихонечко. Грек, я имею в виду. Особо не общаясь ни с кем. Там засуха. Фиг знает где. Почему он скаута обстреливает-то? О, арбалеты уже. Чувака, арбалеты. То есть он в машиностроение пошел? А зачем ему машиностроение? Опа. Где я промоушен получил, оказывается? Hungary, Ray, I sent you a deal. Так, скоро тут мои мбанзы. Блин, ну я, наверное, все-таки сюда поставлю. Все-таки туда поставлю. Пока я не нашел желтую ГГшку, на самом деле нету большой разницы, что строить гавань или коммерческий район ради караванов. Но гавань, почему я вот тут строю гавань, например, а не коммерческая, потому что гавань дешевле сейчас будет. Коммерческие районы везде построены, а гавани нет. Так, еще я открываю гильдии, потом открываю наемников. Ну, соседство центра коммерции тоже сейчас науку будет давать, это я возьму. Так, и назначу пингалу уже. Куда? В Банзунсунде. Окей. Рэй, are you here? Ой. I don't think he talks. You've been talking the whole time. Okay, I lied. Okay. Slipping sand. Send me lines. Уходим. Уходим отсюда. Защищает юниты. Alright. Давайте, наверное, аквакультуру здесь качнем. Тут хорошо построится. What do you want? Who's asking? Science. Into kill. You mean what aliens I want? Yes. You can choose by yourself. I accept all of this. О, Корею встретили. Так,
Давайте амбар, потом монумент. Здесь. Тут рынок завершен. Сент. Okay. Театралочку. Или промышленную зону. Или мбанзу. Давайте мбанзу. Блин, тут везде холмы. Ну я не хочу ничего тут вырубать. Я хочу только обрабатывать. Ух ты, Корея has a... У Кореи 165 науки. Ну, короче, эти сидели, развивались просто. Вот из-за грека мне пришлось в начале... Ну, правда, сейчас посмотрим, сколько будет после конца Золотого века. У меня так точно наука упадет. Hey, I have a kind of a random question, but, where do you guys go for your governors? It depends, but usually I try to rush Pingala with the first two culture and science promotions, and then everything after that is kind of play by ear. Is that true for everyone in here? Does anyone actually do anything else? I do Reyna, for at least this kind of a map. So for one though, Reyna? Wait, Reyna? Yeah. You do the sign or это the чувак, чувак зашел левый не из игры и спрашивает, как, hub, как типа мы используем губернатор. Давайте Лян все-таки. I had to, because I couldn't get anything else really online without. But what do you normally do? Do you normally do Pingala? I normally do Pingala, or it depends. I can go. Блин, могут убить меня сейчас с копьё. A lot of chops. Like you have a lot of force, you're gonna get rid of. But you think for the 90% of the time you do Pingala. What about the rest of you? Would you say that's true for the rest of you? You always do Pingala. Ну, вообще, прийти, отвлекать от, от игры как-то не очень прикольно, по-моему. I could see people doing that if you're on like, not grassland but plains spawns, because then you actually have a food deficit. But I mean, if you're in like a grassland area, most people probably wouldn't ever do that. But you don't go Pingala, Swissy? No, Pingala was my third one. Imani was my second. I wanted Sue's of Antioch. Would you say you do that normally in every game you play? I mean, trade. Я его выключу. Я в нормальный век вышел. 7 ходов еще. Who's that for? Ну, Мбанза 4 даст. Fisheries lady. Так. Ну, мне сейчас больше, в общем-то, не надо. Или надо? And a 17, a 14, and a 11, almost. So I get her. Yeah, I get her. I put her in and then basically start building up stuff. Well, depending on the map. And then I'll move her over to the next city and do the same thing. And then move her over to the next city and do the same thing. And then you just have this.
Ладно, повоюем. Я думаю, вам это интереснее будет, чем просто сидеть. Yes, because it'll build my growth up, and then he gives me like huge bonuses for. Yeah, I gotta get the growth first, right? Так, я хочу еще караван. The only thing it's annoying of, I think they need to add a housing. В Мекмауре вообще есть какие-нибудь караваны возможные? Yeah, housing, есть, и сквилы. Давайте отправим. Yeah, but Kumpungs actually have housing. They give one housing each. No, because you have to keep her there, and they get bonuses. They don't have to be. They don't have to be. Так, тут подождем один ход. Я хочу здесь строить осадную башню. О, он делает пикинеров. The other ones do. Пикинеры 41. Ну, как бы это. Это странный выбор против мушкетеров, потому что. Это антикавалерийский юнит, который имеет штраф к атаке. Ну и вообще у него эти антикавалерийские юниты, они штраф к атаке против моих юнитов будут иметь. No, so like if you look at the water right now and there's a food and a gold tile on it, those can have kumpungs that don't touch the. Так, кого качнем? Может, Виктора? Как раз будем тут воевать. Ага. Exactly what I'm saying. Так, fisheries. Скидка в золоте. Скидка в ресурсах. Он начал стены строить. Ну, собственно, ради этого я и отложил здесь, чтобы таран, осадную башню, точнее, сделать. А потом я еще сделаю катапульты. Апгрейдил этот юнит, а не этот, потому что он на дороге находится. You don't want to give me open borders? What's wrong? I thought we were buddies. You can pay me for this. I don't know. I don't need your borders. If you want open borders from me, so pay for it. A lot of money. You have what? That's a lot of money. Oh really? 25? Are you kidding me? Yeah. Come on. No. Блин, мне I два очка. One point is too strong and half of a point is not strong enough. Я там великих людей случайно. О, будет. Торговец, отлично. I'm not saying no one would ever use it. I'm just saying that it wouldn't be as good as, I don't know, Magnus. I remember the times where Magnus was absolutely insane. Ну ладно, начинаем. Fortunately, those were dark times, man. Thank you.
Слушайте, а что так у него мечники? А, ну тут значительная победа будет. Так, к Маури. Странно, австралиец тут расселяется, конечно. I had to suicide down here, Richie, but I got the camp. О, одно очко осталось. Два посла. I love how Europeans say my name. It's so great, especially like Skrufulufugus. Voice from hell. Hola. Yeah, so what was your question? I'm sorry. Screw fool goose. That's the question. Screw fool off, I guess. It's so hard to pronounce. Блин, мне одно очко осталось. А, четыре хода. Я думаю, что как-нибудь получу уже это одно очко. Тогда ладно. That's great. Да, да. Screw my doofaloof. I know why. There's a two, так, there's тут two остаемся. Different screw, two different sorts of screwfulufugus. Yeah, there's a good and a bad screwfulufugus. Ну yes. Тут у него Виктор, конечно. It's like yin and yang. I'm both, actually. They live both live inside. Yin and pang? Yeah, sure. I love yin. Very good. Не, тяжеловато идет атака. Тяжеловато. А, Корея, I find you. Давайте, наверное, образование, массовое производство. Кстати, тут чеченица ничего так будет. Или пока на исследовательские гранты. Или чеченицу. Давайте чеченицу тут построим. Хотя в Банзансунде она круче будет. Прямо скажем. Тут, наверное, она и дольше строится. Да, 19 ходов. Ну, пускай. Брейну, конечно, поменять местами сейчас. С Пингалой. Hello. Hello. How far away are you from here? Hill. Pretty far. Так, надо будет отходить. Иначе убьют.
О, я уже в золотом веке все-таки. Отлично. Отлично. Ну, все, я понял. Я ухожу отсюда. Нафиг надо. Пускай сам на меня нападает. Да? Так, это корейский. Ну, я постарался. Это... Хоть буду иметь в виду, что мы тут... В войне. Так, мне бы в археологический музей выйти, на самом деле. То есть... Средневековые ярмарки... Торговая республика, гуманизм... Меркантилизм, просвещение и естественная история. Вот так, мне нужен археологический музей, исследовать астрономию. Две каравеллы нет. Так, тут мы меняем. Давайте первого посла поставим. Первый посол. Плюс. Так, бонус от кампуса пока оставим. Содержание юнитов. Пока, наверное, бонус от коммерческого. Там буквально несколько ходов осталось, но все равно надо поставить. Да, блин, где оно? Во. Так, пока сделаем. 93 науки. Так. В Мехико. Ну и давайте в Акад, ладно. Хотя там, наверное, его может нападать на него. I'm a lumberjack and I'm okay. I work all day and sleep all. Так. Универ. Здесь тоже универ. Весь кампус строится. Так, надо поторговать ресурсами с кем-нибудь. Ладно, в начале следующего хода. Блин, караван не отправил. У нас из Кванга, из Мбанзы. Из Банзы же не бегает, да, Манзы Конго? Ни хрена. Поэтому давайте. Хм, странно, что Неймиген больше всего денег дает. Ну ладно. А, тут качнем. Ну, Рейна уже нету смысла сейчас качать. Давайте Пингалу. По следующим ходам конец, да. Пока не меняю. А, стоп, меняю, конечно, плюс 2. Или... Да, давайте учетные банки. У меня и так уже 5 послов, которых мне некуда девать пока что. Так... Yeah, Mr. Netherlands. I fan yes. myself in this most Good languid Melbourne heat. Now. So
So I take back the bad start kind of thing. I can't see him. Блин, голландца вообще, наверное, легко захватить. Он тут вообще, по-моему, никакой, судя по его территории. Ну и судя по тому, как мало его города дают при отправке караванов туда. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут увидеть уже прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных она появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!